Здравия, дорогие друзья, с вами Ярослав Мудро-Воронцов, я опять веду передачу с Варкала Бич. As always, as happens, традиция уже стала, я прибываю на Варкала Бич, я снимаю с этого места и делаю такой 360 градусов обзор, друзья, и приветствую всех, а вот я уже в Индии. Прекрасное, замечательное место. Сейчас время у нас где-то час дня, такой пик, да, никого нету, и прекрасное, вы знаете, такое ощущение, вот я прибыл опять в то место, которое я был вот эти последние 5 лет, я езжу в эти места, и такая радость, замечательное ощущение просто великолепное, когда ты приезжаешь сюда и наполняешься этой радостью, этим солнышком, этой атмосферой, этим духом, вот такой прекрасный, просто не передаю, я сейчас шел по тем же самым улицам, иду и чувствую, какой аромат, какое вот это все такое близкое тебе, родное. Это просто замечательно. Это просто это замечательно. И вот, друзья, пожалуй, так. Сейчас пойдем искупаемся, обновим водичку, испробуем море. Сейчас куда вот отсюда. Сейчас я еще вечером сниму. Надеюсь, вечером сниму, чтобы было еще получше видно. Очень народу. Сегодня у нас Sunday, right? No, it's Monday. Yeah, today is Monday. It's a Monday, guys. Not so many people around on the beach because it's Monday and it's the middle of the day. It's a hot day. Вот, друзья, пожалуй, так. Всем любви, радости, живите благости, приезжайте, посещайте святые места, наполняйтесь радостью, благостью, любовью и счастьем, и жизнь ваша поменяется. Здорово. Намасте.